Если вы не знаете, кто я такой, то посмотрите мои предыдущие видео из Кении на канале. Бам, так-то лучше. Всем привет, и вы, наверное, уже знаете, а если не знаете, то да, это правда, меня дисквалифицировали на 6 месяцев. Вид стороны и участи в официальных заходах. И сегодня получил очень много вопросов, часть из них была от знакомых или друзей, которые вообще не занимаются легкоатлетикой, которые просто увидели в новостях. Рівненського спортсмена відсторонили від змагань. А там, в общем, все очень поверхностно. Вот только один эксперт написал и попросил разъяснить ситуацию. И поэтому я решил записать это видео, где постараюсь все объяснить. Сразу скажу, что я не оправдываюсь и не возмущаюсь. Просто это немного перекрутили, что я как бы оскорбил Асик, назвав их говном и писал гадости. Это были сторисы в Инстаграме, а не посты, которых уже, конечно, в публичном доступе нету. Но я сейчас их вам покажу, чтобы вы все увидели своими глазами, а не вот это вот. Так, это было 22 июня. Так, вот первая сторис. Это я, фотка в зеркале. И Nike, come back in Ukraine, please. Следующая. Ну, блин, Асикс прикольно звучит, мне даже лучше, чем Асикс. Следующая сторис. Где я уже тагнул Асикс, что было, собственно, ошибкой. Я не знаю, зачем я это сделал. Я не думал, что они так, не знаю, этому критично отнесутся. Ну, то есть, видно, я здесь сделал опрос. Как вам Асикс? И да, большинство. Так что, ну, в принципе, никакого прямого оскорбления здесь нету. Как видно, говном я там никого не называю. Да, немножко стебу, но, надеюсь, не хамлю. А если серьезно, то я не считаю форму плохой. Конечно, да, есть нюансы, но бегать можно. А костюм и остальная форма мне вообще очень понравились. Как минимум в плане дизайна. А насчет самой экипировки, там на сайте есть список, сколько чего должно выдаваться на какие соревнования. И если вы думаете, что нам выдали прям очень много экипы, и если вы думаете, что нам выдали гору экипы, то это не так. Нам выдали всего лишь 6 номинований. Это вот эта вот футболка, кофта, штаны, тайсы, майка и кепка. Да, и вся суть просто, когда я первый раз одел эту майку, я такой типа, ё-моё, чё? Это более для спринтера. Но бегать-то можно. Да, так это всего лишь 6 номинований, а не 22, как указано в списке. Потому что, как нам сказали, что 22 номинования, как в списке, выдаются только на те матчевые встречи, которые указаны в списке ЯВ. А Минска там не было. Да, но и на этом спасибо. Я очень люблю получать экипировку. Да, и как мне сказали, что уважение к национальной форме входит в мои обязанности как члена Федерации легкоатлетики Украины. Но, если честно, я искал их там. Ну, точнее, я нашел обязанности, и такого пункта я там не нашел. Так что, если вы найдете такой пункт, то скажите мне, пожалуйста. Да, ситуация, конечно, очень сложная, есть как бы три стороны. Асикс, Флау и я. Получается, Асиксу что-то не понравилось, они выдвинули претензии к Флау, а Флау уже, в свою очередь, может наложить какие-то санкции на меня за это. Как бы официальная причина — это то, что я нанес репутационные... Сейчас. Причиной отстранения Грабовского стало неэтичное поведение спортсмена по отношению к компании Асикс, следствием которой стали репутационные потери Федерации легкой атлетики Украины. Поступок Грабовского поставил под угрозу контракт Флау с компанией Асикс и интересы легкоатлетов сборной. Как парня закосить на 2 года, так никто слова не замечает. А комментарии об Асикс в соцсетях, которые, возможно, затрагивают финансовые интересы Флау, так сразу на 6 месяцев дисквалифицировали. Я там отвлекся, да? Но 1,5 года это, в принципе, не проблема, потому что я пропускаю только один старт, это чемпионат по кроссу, насчет которого я не был уверен на 100%, а вот сейчас уже и думать не надо. И что я не ожидал, так это прям такого бурного обсуждения в комментариях в Фейсбуке. Я даже себе специально Фейсбук на телефон поставил. Надеюсь, в этом видео я ничего не нарушил. Все нормально, там, ладно, неважно. Да, и где-то вот здесь будет опрос, справедливо ли получить 1,5 года дисквала за такое. Голосуйте вот там. Да, если вы хотите каких-то обсуждений, то завтра давайте я сделаю лайв в Инстаграме, где-то вечером, 7 часов, 8, плюс-минус. И пользуясь случаем, я хочу призвать всех спортсменов не быть равнодушными и не бояться рассказывать свое мнение. Я имею в виду не просто какие-то недовольства, а показывать себя как личность, эмоции и все дела. Конечно, делать это нужно аккуратно, а то многие выглядят как роботы, у которых все идеально. Но, конечно же, это решать вам. Так что спасибо, что смотрели. Всем пока. Да, кстати, медали это не мои. Да, и спасибо за 500 подписчиков на Ютубе.
Пока.